Рубрика «Хочешь себя исцелить? Исцели себя сам». Вот так вот. Уже продвинутые пациенты. Исцели себя сам. Лечат себя. Что ты говоришь, Санька? Исцели себя сам, это когда ты дома сидишь, у тебя такой парень стоит. Вот это исцели себя сам. Ну, ты можешь что? Самолечение. Можешь купить такую аппарат себе домой и заниматься самолечением. В принципе, уже знаешь, как это делать. Вот после озона. Озоном, конечно, прокололи мы шрамик. А теперь вот обрабатываем места прокола лазером для того, чтобы ускорить регенерацию, восстановление. Вот так вот эта зона, шрам стягивается, разбиваются старые фибробласты, спайки эти, шрам становится меньше. Вот лазером его восстанавливаем, регенерируем. Вот такое вот комплексное лечение у нейроклиник.